подкладывали, может кто-то подкладывает, может подкладывать. Ну вот. Что там, помощь нужна, я пойду эту, найду свою дощечку. Отдохните дощечку, я там вам эту повытащу землю. И наверняка могут соединить. Запросто. Целое. И там череп рядом был позвоночник и ребра. Угловой череп. Вот смотри, у него есть позвонки? В бок не уходит никуда. Ну нифига там далеко, давай. Нет, сам или как вот. Говори где. Это вода была. Я уже понял. У меня вот вишенка есть, надо? Не-не-не, не хочу. Так, что-то сегодня жарко. Давай намазим, да и минералочку пойдем. Давай. Сейчас я доем мороженое, спущусь. Сразу 13. И там там лежат под землей. Вода что? Привали. Это русский медальон, да? Угу. Ты еще с фотографией? Да. Да? Ну да. Можешь. Зато бегать не будешь. Кек. Кек, да. Кек. Да, вы там сзади не стойте, а то вдруг бежать придется мне. Гнутый, перегнутый. Жетон? Да, на шее висел. Нет, если им сказать, они приедут и выйдут. А куда Орехин? Все, Орехин уехал. Вызвали вас. Вон они. А вот сегодня только 5. Монеточка. Пуговички. Пуговички. А вот железными же подковами. Носок он заболевает. Мешал кому-то посмотреть. Вот и не свежий. Я просто вот так вот. Давай, ногу.
Это немцы, у нас есть братские могилы, которые крепко так сидят. Это солдат. Добрый вообще. Не, не пойдут. Знаешь, оружие, да? Не будет. Нет, где будет, конечно. Это на линии, например. Даша. Сегодня будешь мимо. Серега, пригнись. Завтра вечером рыбу готовим, Миляна готовит одна. Варит. Снимаешь? Поднимем, поднимем и посмотрим. Так надо путь его, иди тогда туда, там заканчивайте быстрее. Здесь вот там вот заканчивай. Видишь, что-то иначе копать круглое. Или здесь заканчивай, туда переходим. Поднимаем. Надо вот там еще копнуть. Вон там еще в ту ячейку, если шурпиться до конца. Магазин.
еще раз забросить. Хорошо, помой. Прям. Нет, что ты сказал? Так, Надь, ставьте бедре еще. Ужасное лицо, надо удалить эту фотку. Не ставьте дальше. Шалушки, да. Делать. Астрахань. Вкусно? Вкусно. Очень. Очень. Нет, давай, ты вдвоем. Он мне раз пять напоминал. Я говорю, ну и нехай нет голодный, раз не приехал. Что-то мне горько попалось, уже светла горькая такая. Пусть он вспомнит девушку праздную, пусть услышит, как она поет, пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Ты поставил, что было. Ну, для разжижения крови. Я говорю, был бы Архангельск, Москва.
одним страшным пожарищем. Только за один день, 23 августа 1942 года, на город совершено 2000 самолетовылетов. Массированной бомбардировки города и немецкой оккупации. Пусть горькие уроки истории помогут нам построить будущее без войны.